Ты меня слышишь? Не сдавайся. Не оставляй меня. Скажи что-нибудь. Скажи что-нибудь. Они приехали. Оставайтесь с ними. Я приведу их. Идите за мной. Мы должны забрать его в больницу. Ничего, фрау Бернхард, он поправится. Пожалуйста, позаботьтесь о нем. С ним все будет хорошо. Простите, но вы не можете ехать с нами. Но я должна. Я его жена. Боюсь, это невозможно. Новые правила. Не волнуйтесь, сейчас он в надежных руках. Возьмите необходимые вещи и поезжайте в больницу. Спасибо.